Аким Североказахстанской области Кумар Аксакалов с рабочей поездкой побывал в районе имени Габита Мусрепова. Глава региона проинспектировал готовность спецслужб для предотвращения чрезвычайных ситуаций, проверил ход строительства канализационных сетей и очистных сооружений. А в ходе совещания об итогах социально-экономического развития района Кумар Аксакалов подверг критике слабую работу в сфере сельского хозяйства. Подробности прямо сейчас. Снежный покров в районе имени Габита Мусрепова составляет 50 сантиметров. К большой воде здесь начали готовиться заранее. 9 населенных пунктов подвержены подтоплению. Для предотвращения чрезвычайной ситуации в районе приняты соответствующие меры. Приняли мы в прошлом году меры. По Новой Шимке вал сделали 2,5 километра до предотвращения. И в Рузаевке сделали вал 800 метров по улице Целины и Элеваторная. Кроме этого, мы сделали на двух реках вырубку кустарников на 700 метров, и эта работа в этом году тоже продолжается. Проводим взрывы в 5 местах по Шарыку. В отряде экстренного реагирования района для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера имеется 65 единиц техники, 135 человек личного состава. Глава региона пообщался с теми, чья профессия связана с риском. Что у вас есть? Какое оборудование? У нас оборудование есть газоанализатор, есть граммофон, химическая разведка, радиационная разведка и бактериология. Дозиметры? Дозиметры, вот граммофон у нас РДК. Определяет граммофон, радиационный фон. Хорошо. Опыт работы есть? Да, опыт работы есть. Все опытные, большим опытом работают. Хорошо. Ладно, давайте, удачи. Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в селе Новоишимское начато в 2018 году. На сегодняшний день здесь завершена укладка трубопровода, установлены колодцы, заложен фундамент здания и проведены наружные сети. Это будет полный процесс очистки, то, как оно должно работать. Это, конечно, улучшение экологической ситуации. Очищенная вода будет сбрасываться вот в канал. Канал расположен в непосредственной близости от Ишима, где-то 2-3 километра. И мы достигнем тех параметров, которые требуют законодательства для сброса воды. Посетил глава региона фермерское хозяйство «Колос» в Новосельском сельском округе. Кроме растеневодства, сельхозформирование успешно занимается и животноводством. Сейчас симментальских 185 голов, белоголовых, маточник 350, общая 520. Строим дойку на 400 голов, елочку и ферму. Это производитель вот с Кустаная, Агрофан, ребят. Но оборудование все будет на самой дойке, израильское будет, оттуда заказываться. На ферме приступили к строительству доильной установки «Елочка» на 400 голов. Часть оборудования приобретено в Кустанае. По словам главы региона, подобное производство можно организовать и в нашем регионе. У нас, слушай, каждый год будет по 15 ферм строиться. Слушай, ну вот же объем работы. Зачем другим? Но там газ нужен, да? Для того, чтобы оцинковывать трубу, нужен газ. Также глава региона Кумар Аксакалов принял участие в совещании «Итоги социально-экономического развития района». В 2020 году объем строительных работ вырос на 6,8%. Введено жилья более 14 тысяч квадратных метров, наблюдается рост вложенных инвестиций и в объеме промышленного производства. Создано более 1000 рабочих мест. В районе реализуется проект «Поставь бизнес» в 2020 году. Обучение основам предпринимательства прошли 70 человек. Получили гранты 127 человек на сумму 65 миллионов. Микрокредиты выданы 75 участникам на сумму 302 миллиона. Между тем, аким области Кумар Аксакалов отметил слабую работу в сфере сельского хозяйства. Государство оказывает максимальную поддержку аграриям, а результата эффективного труда нет. Вот 2013 год специально попросил подальше туда зайти. 1,1 миллиард тенге субсидий было получено в сельское хозяйство. Урожайность 15 центнеров с гектара. По итогам прошлого года 5,2 миллиарда тенге субсидии на урожайность 14,6. То есть с каждым годом государство выделяет субсидий больше, но отдачи нет. 2021 год особенный – это год 30-летия независимости Республики Казахстан. И самое время показать слаженную работу, направленную на процветание страны. Завершил совещание глава региона. Наталья Итова, Раинбек Бегужаев, служба новостей.